Привет. Сегодня мы поговорим о том, как увеличить ваши шансы на получение легендарных, да и эпических скинов. Есть один, не знаю уже насколько секретный способ, я давно уже говорил в каком-то открытии сфер о нем. Да, вам нужно подписаться на канал, удочерить динозавра, посмотреть под кроватью, у вас там будет iPhone и легендарный скин. Ладно. Как вы видите, осталось 3 дня до того, как выйдут новые сферы. Чтобы увеличить ваши шансы на получение легендарного скина с этой сферы, с началом нового дня на сервере, а время сервера вы можете видеть вот здесь слева внизу. Для вас это где-то будет 8 утра. Вам нужно зайти, когда только вышло новое обновление, в 8 утра и открывать новые сферы. В чем суть? Люди считают, что так как с началом нового дня и с началом нового обновления еще ни у кого нет легендарного скина. Ну реально, ноль людей получили легендарный скин, потому что обновление только вышло. Шанс у вас на получение этого легендарного скина выше. Так как система считает, что если ни у кого еще нет легендарного скина, стоит его кому-то дать. Возможно, это совпадение, но когда я открывал сферы таким образом, мне дали несколько эпиков и легендарный аксессуар. Также знаю, что другие люди, которые открывают таким образом все свои сферы, имеют больше легендарных скинов, чем мы с вами. При том, что это не благодаря донату. Кто уже пользовался этим или собирается теперь это делать? Напишите в комментариях, есть ли какие-то успехи, будет интересно. Надеюсь, эта информация поможет вам получить ваши желанные скины. На этом все. Пока.